Не самые приятные воспоминания останутся у гражданина Индонезии от прогулки по берегу Симферопольского водохранилища. Во время отдыха на мужчину напал агрессивно настроенный человек с палкой в руках. На угрозы местного жителя иностранец не отреагировал, попытавшись уйти от конфликта. Однако агрессивный горожанин пустил в ход деревянное оружие. Осознав безысходность положения, индонезиец решил спастись от побоев вплавь. Но и в воде обидчик настиг его, отобрав рюкзак, мобильный и банковскую карту. Впоследствии на снятые деньги хулиган приобрел продукты, а остальные вещи выбросил, поскольку те промокли в водохранилище. В настоящий момент проводится расследование. Уже известно, что задержанный систематически употреблял наркотики. Теперь ему грозит до 7 лет за решеткой.